Всем добро, с вами я, Страсти Упрой. Сегодня я построю еще один достаточно креативный дом и, конечно же, воспользуюсь дополнением, о котором я говорила в предыдущем видео, но все, я помчалась уже строить, а вам приятного просмотра данного видеоролика.
Строительство дома я завершила, и сейчас посмотрим, что из этого вышло. Да, дом получился достаточно таким огромным, красивым, да и креативным. Неплохо получилось у меня сегодня разграничить пространство в доме, и появились отдельные такие зоны. В первой зоне можно спокойно отдохнуть, поскольку, ну, она такая спокойная и достаточно такая уютненькая. Ну, а также у меня здесь есть обеденная зона, тоже неплохо смотрится. Ну, и, конечно же, у меня здесь спальная комната. Здесь у меня, конечно же, именно зона отдыха, ну и рабочая зона. Тоже достаточно неплохо. Уютненький такой домик у меня получился, ну и вполне можно здесь пожить. Ставьте лайки, оставляйте свои топовые комментарии. Всем море позитива, всем классного, мега крутого настроения и всем пока-пока!